Рядом со мной находится Любовь Джики. Любовь, расскажите о вашей компании и на чем она специализируется. Я представляю на CPM школу дизайна Art for Future. Я являюсь заместителем директора по международным связям. И школа занимается разработкой дизайна одежды. И в данном случае мы представляем не только школу, но и коллекцию моделей одежды, которая называется Denim Story. И посвящена она апсайклингу, то есть вторичному использованию уже каких-то ранее, да, вещей, которые носили люди. Это такой базовый принцип этой коллекции, то есть дать определенную историю за каждой моделью. Любовь, а какие цели вы преследуете на выставке CPM? Какие задачи перед собой ставите? Ну, мы выставляемся с 2014 года, не только на стенде, но и показываем свои коллекции. Кстати, завтра в 11:30 мы все ждем всех друзей, всех любителей моды на нашем показе. А преследуем, ну что, популяризировать свою школу и вообще российское образование на международном уровне. И CPM дает такую прекрасную возможность, и не далее, как сегодня. Сегодня к нам подошли утром представители Казахстан Fashion Week и хотели бы видеть нашу коллекцию уже на неделе моды в Казахстане. Любовь, сколько дизайнеров вы привезли с собой и какую линию одежды в основном вы выставляете? Ну, это молодежная линейка, таких для сильных, прогрессивных, молодых людей. И я думаю, что вот участница, которая будет говорить и давать интервью за мной, она как раз поподробнее расскажет. А так, это командная работа 7 человек, и у нас порядка 21 модели одежды. Любовь, спасибо вам огромное.